привет, очередной конвертик на распаковочке. Давайте скроем. Силиконовый мешочек для украшения тортов. Кстати, не особо так пахнет. Такой целлофан очень прочный. По-другому называется, наверное, как-нибудь рукав. Здесь есть такая вот система. Она работает, я не знаю. Сейчас посмотрим. Здесь много разных насадок. Луна, звезда. Еще какая-то штуковина типа звезды. Там зубы какие-то рыбьи. Просто кружочек. Большая звезда. И косой носик. Давайте на косом носике попробуем. Так, а как же это все делается? Предположить, что это все должно закладываться вовнутрь. Типа вот так вот. Носик одевается сюда и закручивается. Больше вариантов нет. Это так, это так. Как одевать этот пакет, непонятно. Еще как-то вот так вот. Так тоже, но вряд ли. Тогда крем полезет обратно. Короче, неважно, разберемся. Надеюсь, это полезная вещь в хозяйстве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь насадок, фиксатор и сам рукав. Такая система для украшения тортов. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.